Началось у меня все в 91-м году, 1991. До этого я была нормальным человеком, как я считала, до этого момента. Нормально жила, замужество, обычные бытовые вещи, дом, семья и так далее. И в один из дней вдруг произошло нечто. Ко мне в голову просто внедрились некие сущности, а я никогда раньше ничем подобным не увлекалась. То есть не было каких-то там занятий йогой, медитациями и прочее. Все эти экстрасенсы для меня это было что-то такое. Люди, обладающие возможностями, нечто непонятным, неясным. И вдруг вот в одну из ночей в мою голову внедряются существа, и начинается диалог. Причем настолько существа очень странные, для меня совершенно непонятно, что со мной происходит, и просят о помощи. В это время я работала в агентстве Аэрофлота, город Екатеринбург. У моего начальника, достаточно имеющего вес большой в городе, очень красивый мужчина, такой здоровый, крепкий, ему сделали на ногу операцию. И мы все знали об этом. Но после операции нога не восстанавливалась. И врачи поставили вердикт, что он будет инвалидом. И инвалидная коляска ему практически обеспечена до конца жизни. 50 лет он инвалид. Ну, мы знали об этом и знали. Вдруг вот эти существа говорят, когда внедрились в голову, ты должна помочь своему начальнику. Я их прекрасно видела. Я осознавала, что я разговариваю с какими-то, с чем-то, что имеет практически очень явное проявление. Вот, и я спрашиваю, а что я могу помочь, чем я могу помочь этому человеку, каким образом, я никогда не занималась этими вещами. И мне объясняют, что ты пройдешь больницу, встанешь над его столом, а мы тебе дадим энергию. Я не понимала сути этих процессов и почему именно я. А позднее чуть выясняется, что у него жена медик, и она, узнав, что он будет инвалидом и что ему коляска обеспечена, она утром вышла или ночью вышла на балкон свой девятиэтажного дома, у них там пятый этаж, и она стала молиться, она так просила о какой-то помощи Бога, там всевышние силы, что у них над балконом зависло НЛО. Его видела жена, ее дочери, соседи, и вот это НЛО висело очень долго, там, значит, потом у нее по комнате ходили какие-то существа, я увидела, и видимо, был решен вопрос. Но когда вот эти существа вмешиваются в вашу жизнь и решается вопрос о помощи, то всегда должен быть проводник на земле. Проводник, который вот эту энергию, которую дают свыше, через себя пропустит и как бы перенесет, что ли, в того человека, который болеет. Я про это не знала, я узнала об этом позднее. Когда она стала рассказывать, мне существа назвали ее фамилию, назвали, как к ней прийти, как об этом сказать. Для меня это все было вообще непонятно. Я, тем не менее, я сделала то, как они просили. Я пришла к ней, попросила, рассказала об этой ситуации, она спокойно отвечает. То есть она тоже для меня как бы женщина была незнакомая. Но начальник – это начальник, а жена его, мы же, нас очень много, 220 человек в агентстве, поэтому вот так вот просто знать эту женщину, конечно, не каждому было дано. Вот. И когда ей стала рассказывать о том, что меня вот некие существа, она спокойно совершенно сказала, я все знаю, так это будете вы. То есть тот человек, который вот поможет ему в данной ситуации. Она договорилась с больницей, меня провели к нему, и даже он был не удивлен тому, что вот пришла его, я работала тогда в рекламе художником, и что какая-то там девочка пришла и будет его лечить, его даже это совершенно не удивило, что было поразительно. Тем не менее, вот я встала над столом, мои руки, все стало происходить на полном автомате, потому что я никогда не занималась подобными пассами. И руки сами разошлись, и вот пошел поток энергии. Он настолько был мощным, что он был видим.
Жена сидела тут же в палате, ее просто сносило, ее вминало в стенку, хотя она занималась, оказывается, какими-то вещами, поэтому, возможно, так все спокойно. И она все наблюдала. То есть руки сами ходили, что-то делали, проникали, там, включались, убирали, непонятно что. Это продолжалось минут 40. Поток, еще раз уточняю, был виден. Я видела жена, медик. И когда все прекратилось, я помню, была жуткая усталость, невероятная, просто истощение такое энергетическое. Я спала после этого, наверное, дня 3. И неделю еще ходила там, как раненый кролик. А он пошел на выздоровление, восстановился. То есть инвалидность, она исчезла. Врачи объяснить этот феномен не могли. После этого, конечно, все в моей жизни изменилось. Это надо понимать. Все перевернулось. Значит, и я каждый раз сравниваю это вот как вулкан, который как шампанское. Вот взорвалась вот это вот. Пена пошла, пошли эти энергии, сразу я соединилась вот с этим тонким миром, и началась на меня просто атака. Ну, это как всегда бывает, вот появляется какой-то человек в новом обществе, и сразу всем интересно, а кто он, а что он и так далее. И пошла просто вот, на меня столько вышло цивилизации, я начала видеть, для меня перестали существовать стены. Я видела сквозь стены, кто чем занимается и так далее, и так далее. Моя голова просто сходила с ума. Но я так думаю, что вот они, когда они выбирали реципиента, который бы стал работать, они как бы отсканировали всех людей, находящихся рядом с моим начальником, и выбор пал на меня. Почему? Потому что изначально, я уже потом, когда стала анализировать свою жизнь, как со мной, что со мной происходило, восстанавливать какие-то моменты, я поняла, что, в принципе, это было заложено давно. И способности, и возможность мозга, как вот дискета такая, она была заложена изначально еще в 2 года, потому что то же самое произошло примерно в 2 года, когда меня ударили топором ребенка, и медсестра, когда бежала в больницу, над ней стоял огромный столб света. И эта медсестра после этого начала лечить людей руками, у нее была мощная энергия. А я вот жила, видимо, с этим потенциалом всю свою жизнь, вот до того самого момента, когда не пришло время меня, пока не пришло время меня включить. Включили. Но в силу того, что не я к ним пришла, а они ко мне. Я такой скептик немножко по натуре. Мне нужно обязательно все понимать, что со мной делают. И я стала выстраивать с ними диалоги, взаимоотношения, что я не кролик, я требую к себе определенного уважительного отношения и определенного понимание того, что я делаю, для чего я делаю, почему именно я, почему я должна в этом участвовать, и мои силы должны быть задействованы. То есть у нас сложилось такое очень хорошее сотрудничество со временем, потому что они безэмоциональны, как существа безэмоциональны, у них нет вот этой сердечности, любви какой-то вот такой, которая горит в человеческом теле, в человеческом сердце. Но, тем не менее, и вот когда я встречаю людей, у которых там вырывают зубы, и они счастливы от этого, я понимаю этих существ, потому что они говорят, мы же вот бьем ваших, там наказываем, и они счастливы, что их лупят, и что им достается, ну и так далее. Вот с этого момента все в моей жизни поменялось. И мне потребовалось, естественно, поехать на конференции. Вот первый мой учитель была Евдокия Марченко. Она потом организовала студию Радостея. И это вот один из ваших вопросов. Сейчас у нее это вылилось в огромное движение. Но тем не менее мы разошлись. Почему? Потому что каждый человек, у которого открываются те или иные способности, и я называю этих людей экстрасенсами, почему? Потому что это французское слово, его сейчас как бы извратили это слово, а по сути переводится «человек особо чувствующий». Я говорю, да, я экстрасенс, потому что я по-особому чувствую людей, пространство, я слышу и понимаю птиц. То есть человек, который обладает особым даром
чувствительности, наверное, да. И, конечно, мне пришлось разбираться. Меня не устраивали первое время, особенно в 91-м году, залы были полные. Вот сидели женщины, которые махали руками, тянули руки к небу, шаманили. Меня это не устраивало. Мне нужен был хороший, четкий диалог. И я начала с того, что я стала приставать к академикам. А вот это мне объяснить, а вот это. Ну и в результате в моей жизни появилось очень много таких грамотных специалистов, которые мне помогали, разобрались. И я, в принципе, ну, адекватно очень многие вещи и понимаю, и принимаю. Первые годы особенно определенная известность была, потому что я начала лечить, у меня было очень много людей, много спасенных жизней, ко мне обращались, звонили в любое время дня и ночи, тебя передают как сарафанное радио. Мой муж, конечно, он, у него волосы вставали дыбом, потому что он категорически все это не принимает. И в результате моя жизнь немножко от земной отошла. Вот все, земная жизнь как таковая закончилась. Потом я поняла, процесс лечения тоже закончился. Мне это стало неинтересно, потому что я пришла к выводу, что лечение дается как определенный урок в жизни человеку, для того, чтобы он сам осознал свои ошибки, почему, причину своей болезни. Она дается для того, чтобы человек рос своим сознанием, вот у вас есть слово «духовность», духовностью, чтобы раскрывал себя, свою сердечность, терпимость, понимание, то есть для чего-то эта болезнь дается. И я спасала, я вытаскивала человека из болезни рак, вытаскивала практически смертников. Я просила своих существ, мне помогали, спасали, но все равно это заканчивалось. Не выполнял те рецепты, те советы, которые давали свыше, оставался все равно со своими какими-то привычками. И в результате все равно это кончалось плохо. Поэтому я поняла, что пусть люди со своими болезнями справляются сами. Я могу дать совет, но больше я вот в этих активно очень процессах не участвую. Ну, а дальше начались уже другие ситуации. Это и предвидение, это и предсказание. Вот я просмотрела вчера материалы. В 2005 году я была на онкологической конференции в Москве, которую проводил Ажажа Владимир Георгиевич и Белимов Геннадий Степанович. Еще в 2005 году я рассказала и о землетрясениях, о новом вирусе, о катастрофах, которые будут. И все это с картинками. Ну и все это где-то висит в воздухе. Мало того, когда вот после того, когда мой начальник встал на ноги, меня забрали на этот космический корабль, откуда были эти существа. И мне очень многое показали. Мне показали планету, сказали, что я как бы во мне кровь потомков Сириуса. Я это очень спокойно воспринимаю. Ну, Сириус, так Сириус, доказать это невозможно, поэтому, ну, говорят. И показали червячные переходы, по которым они к нам приходят на Землю. Мне их показали, мне это все зарисовано еще в 91-м году. Я стараюсь все, что я вижу, обязательно оформлять и публиковать. Так вот, когда я написала о червячных переходах, было море сомнений. И только через 14 лет после того, как все это произошло, ученые стали об этом говорить. Я предвидела катастрофу на башнях-близнецах. Я стояла в Америке на этих башнях-близнецах за 3 года до того, как все это случилось, и мне показали этот взрыв. Там висела тарелка, огромный луч, который я сняла с этой тарелки. Но я это увидела, я увидела этот взрыв, пожар. Там, правда, были у меня не самолеты, а почему-то кони, люди в черном на конях. Ну вот как оно было. Я тоже напечатала об этом. Мало того, это за 3 года. Мало того, я информацию отдала в американское консульство, я выслала массу американских газет. Ну, как видите, результаты, вот оно все равно произошло. Я поняла главное, что мой мозг, он очень своеобразный. Он не такой, как у обычных людей. Я просто это поняла и приняла. И поняла, что там встроено что-то, кристалл. Я видела, как меня вмонтировали кристалл,
определенный. Весь процесс этот видела, тоже у меня все зарисовано. И что нужно просто принимать. И когда мне показывали корабль, когда я общалась с ними, с этими существами, как они выглядят, что почему именно ты, показывали. Вот телевизор, мы еще, мы, наверное, лет только через 30 стали видеть телевизоры, которые вот висят в воздухе, вот эта вот вся клавиатура. А мне это показали тогда, вот такая у них техника. Я зарисовала это, мне никто в это не верил. Вот как они путешествуют между звездами? Меня прокатили по этим коридорам, по этим червячным переходам. То есть потом мне повезло в том плане, что у меня, когда вот случилось, я обратилась к друзьям, работали в госпитале два серьезных экстрасенса, их даже, ну, как бы курировал, что ли, Семен Исакович Спектр, замглавы правительства, который тоже очень спокойно вообще меня воспринял, все, что они делают. Так вот, когда они попытались следом за мной попасть на корабль, их не пустили. Там показали мясорубка, вот на корабле такая специфическая, с присосками совсем. То есть мне, в принципе, показывали корабль. Но меня как бы энергетически забирали. Моя физика лежала на кровати, а меня забрали вот в тонком теле. Всю мою энергию. Я видела свое тело, которое там лежит, и так далее. Вот. А забрали мою физику. Но я все понимала, ощущала, и боль ощущала. Все, мое тело все ощущало, как бы в тонком теле. Потому что для, как вот рассказывают, что люди попадают туда в физическом теле, это невозможно, потому что совершенно другие энергии. И ты просто сгоришь, сгорит сознание твое, сгорит, не выдержит просто тех вибраций, которые там находятся, потому что их перемещение в пространстве и во времени, оно все-таки вибрационно как-то выстроено. Показывали платформы, за счет которых они передвигаются. Но я не физик, я не техник, мне это было... Я просто зафиксировала. Вот. И очень интересно показали вот эти вот присоски, которые, когда ты попадаешь, вот если попадает туда посторонний человек, как эти присоски работают на человека, как они получают информацию из нас. То есть там какая-то целая колоссальная структура по взаимодействию с людьми. Ну и показали, что они изучают людей, для них это очень важно. Как раз идет очень мощный отбор по тому, насколько человек способен воспринять новое, насколько в нем отсутствует страх. Потому что первое время, когда я, коллектив 220 человек, я пыталась кому-то рассказать, у женщин просто волосы вставали дыбом, они кричали: нет, только не это. Поэтому они отбирают определенных людей с определенными возможностями, которые заложены в мозгу, и которые способны адекватно воспринимать то, что... Хотя, честно говоря, что не очень многие, даже до сих пор, 30 лет прошло, а до сих пор есть люди, которые не понимают вообще, о чем я говорю и насколько это возможно. На этом корабле, значит, вот огромная комната с присосками, показали вот эту технику, показали, как само поднимается кресло, путешествует, сам появляется телевизор, планки, у них нет вот как у нас всяких кнопочек управления, у них вот везде прозрачные панели. Вот, показали, как они видят Землю, огромные иллюминаторы. Особенно вот это путешествие мне запомнилось, эти червячные переходы, и как меня погружают в определенную капсулу, и вот эта капсула движется, как вот сейчас примерно движется поезд «Ласточка», то есть он на этих, на магнитных подушках там или на чем-то, или в Японии у нас, по-моему, есть поезд на магнитных подушках. Вот за счет вот этой создается какое-то вакуумное пространство, и ты в этой капсуле буквально мгновенно улетаешь на огромное расстояние, вот, вот эти тоннели. Вот, и дали код, дали мой код, который специальный. Тогда тоже было это непонятно, как они со мной связываются по этому коду. Не было тогда сотовых телефонов. Сейчас вот уже понятно. Ты набираешь кнопочку, и твой сотовый уходит там куда-то за тысячи километров и связывается с тем человеком. Только у тебя твой код, только у тебя твой номер телефона, и только с тобой можно связаться. Вот сейчас это стало понятно, тогда это было непонятно. Как это я вот так вот легко со мной выходит на связь?
значит, и как бы выдали определенных телохранителей, вот которые у меня там висят на стене, я вам выслала их. Это такие огромные энергетические сгустки плазмы, которые могут в любой момент, они могут сжаться до там, полуметра, а могут растянуться на километры. И в любой момент, когда у тебя возникает необходимость, ты называешь свой код, они встают за твоей спиной там, по 5, по 6 сгустков. Но они разумные, и всегда идет защита в любое время.